Всем привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня у нас на обзоре отличный онлайн-шутер от первого лица под названием F29. Ну, сейчас, ребята, я, в принципе, прохожу сюжет, различные задания, так сказать, миссии, да, но здесь имеются также онлайн, но нужно, в принципе, до этого дойти, набрать определенный уровень, и тогда уже будете, в принципе, рубиться. Я себе уже здесь взял крутое, в принципе, оружие, это АК-12, здесь у нас 15 патронов, это очень круто. И вот, ребята, смотрите сюжет, я хочу сразу сейчас вам сказать, что... Здесь очень много уровней. Здесь, ребята, довольно-таки много глав. Я сейчас вот на второй, я прошел довольно-таки много уровней, просто на одном дыхании, ведь это было очень круто. В такие, ребята, шутеры я реально еще не играл, где все замедляется. Сейчас я вам, ребята, объясню. Я прошел, ребята, полностью первую главу. Это было очень круто, я не мог оторваться. Сейчас, ребята, на второй главе тоже уже потихонечку прохожу. И вот, ребята, для вас снимаю этот обзор игры. Она вышла уже, в принципе, давно, я помню, когда было 10 тысяч скачиваний, я ее, ребята, видел, но почему-то я не записывал обзор, вот, блин, не знаю, а сейчас, когда, ребята, уже 1 миллион скачиваний, я вот снимаю, в принципе, обзор, это капец, как глупо сейчас звучит, да, тупо, но все же, ребята, смотрите, в чем, в принципе, как бы суть этой игрушки, так, блин, я не ту кнопку нажал, я нажал выстрел, чем прыгнуть. Ребята, когда мы бездействие, то все замедляется. Как только, ребята, мы начинаем двигаться, все, ребята, приходит в свое, в принципе, время. Как только, ребята, мы бездействие, все начинает замедляться. И это обалдеть как круто. Ну, сейчас вы все, я думаю, увидите сами. Ну, сейчас у меня такая миссия, где все довольно-таки, в принципе, сложно. Здесь я уже проходил, но я где-то там, в принципе, сдох. Да, сейчас прыгаем, чтобы нас лазеры не бахнули. Здесь на мосту должен быть чувак один. Сейчас мы его, ребята, застрелим. Смотрите. Вот он нас стреляет, пуля летит, смотрите. Идет сразу замедление, потому что я бездействие. Так можно просто-напросто уворачиваться. Это вообще балдеть как круто. Ну, сейчас давайте прицелимся и застрелим его, потому что он нам сейчас будет мешать. Но... А все-таки мы пойдем, ребята, до нашей задачи пройти вот этот вот как бы коридор. Ну что? Ё-моё, чуть меня не разрезало. Так, не торопимся. Так, здесь сейчас нам скажут, что нужно, в принципе, туда идти. Так, ясно. Сейчас, ребята, будет здесь очень трудно, потому что они такие, где не перепрыгнуть, не перелезть. Поэтому здесь спрячемся, короче, и будем ждать. Так, давай. Здесь мы двигаемся, чтобы время ускорилось. И будем искать тот момент, когда лазеры пойдут такие, которые нам нужны. Вот, эти иксы, я думаю, к нам как раз подойдут. Вот так вот, главное не промахнуться. Все отлично, ребята, идет. Пока что вот здесь, я думаю, нужно перепрыгнуть. Опаня! Так, все пока что хорошо. Замедляется, все суперски. Так, за управление. Так, смотрим, чтобы не было здесь никого. Так, отлично, доберитесь до выхода и будьте... И будем считать, что мы прорвались. Ё-моё, ребята, в нас стреляют, я не заметил, поэтому давайте его быстренько уничтожим. Так, больше нет никого там. Потому что здесь они, ребята, повсюду. Нужно быть аккуратно. Так, здесь давайте его тоже быстренько застрелим. Так, бежим, ребята. Так, здесь давайте его... Ё-моё, блин, не ту кнопку опять нажал. Так, убиваем его. Просто-напросто, ребята, убираем джойстик, и все, у нас время все замедляется, потом можем просто тупо прицелиться и выстрелить. Как только, ребята, вы в действии, вы бегаете, все, в принципе, по-прежнему. Так, теперь нужно все-таки, ребята, нам найти выход, потому что... Как нам отсюда сейчас выбраться, потому что везде эти лазеры, это, блин, а как нам сейчас... Ё-моё. Ребята, а что нам... А, вот так, что ли, может быть, как-нибудь... А что теперь делать, я не знаю, блин... Я не знаю, ребята, я не знаю, потому что я здесь еще не играл, я до сюда не доходил. Я не знаю, о, понятно, давай запрыгивай нафиг, давай, я не знаю, куда ты лезешь, но вроде нам сюда, вроде бы, я не знаю, куда я зашел. Во, давай, я думаю, можно перепрыгнуть, да? О, смотрите, ребята, вот так вот нафиг, как круто. Сейчас, ребята... Я хотел, в принципе, проверить и показать вам, как я здесь ножом рубашу, но, как видите, я прошел, в принципе, уровень, и как бы так вот. Ссылка, конечно, будет в описании на этот очень крутой шутер от первого лица, с крутым, в принципе, ребята, сюжетом, да, и с крутой, в принципе, задачей, так сказать, физикой, замедление времени, да, это вообще обалденно. Ну, а вас хочу попросить поставить лайк и подписаться на канал, но на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.